Итак, я всех приветствую, добро пожаловать в новое видео про Хейдей. Hey и что же я хотел бы сегодня рассказать в этом видео? Вы писали, очень много писали под предыдущими видео в комментариях. И я тоже обещал, что я сниму такое видео, где расскажу, как можно заработать опыт. Где его вообще взять, как его взять много, ну, как его вообще заработать. И в сегодняшнем видео я вам хочу... Все рассказать. На самом деле, на самом деле, да, на самом деле, <laughs> сколько я буду это повторять, ладно. <laughs> это э, легче, чем кажется. Просто нужно соблюдать пару правил и, в принципе, все. И сегодня я вам хочу об этом рассказать. Сейчас я соберу бонусы с животных. Кстати, вот и первое правило. Покупаем с животных за ваучеры кроликов, там, собак, котов, у меня что, ослы у меня есть и много коней. Потом их кормите и в, в день можно по два раза примерно собирать опыт. И если их всех накормить, то с одного захода может где-то получиться... Ну, если лично у меня, где-то 2000 опыта сразу же будет, ну ладно, может быть меньше, может 1500 опыта со всех животных можно собрать. Дальше. Ну, вообще, я хотел сегодня поговорить на отдельную тему, тоже про опыт, но еще перед э, тем, как я буду говорить про это, я еще хотел сказать об одной такой вещи, что если вы не будете ничего делать на ферме, то и не будет ничего. А нужно делать, нужно делать, нужно загружать все, обязательно загружать все киоски, все, короче, вот эти вот здания, чтобы они делались, вот как вы видите, вот на примере меня вот вчера. Ну, я, конечно, не все позагружал э, здания, но большинство. Вот, на ночь поставил сыр делаться, э, в соки, свитеры, вот, и, и. Все у меня, короче, пироги, короче, все. Вот уже вот я могу встать с утра, все собрать и опять же заново загрузить. И у меня будет очень много продуктов, чтобы их потом э, на, грузовики, на грузовики пустить, может быть, еще куда-то, может быть, в пароходы или же в город. И теперь давайте вернемся мы в город, потому что я вам хочу рассказать, что такое город и вообще для чего он. Прежде чем мы начнем, покрутим колесо фортуны. Ясно. Так, заходим в город. Город нужно... Э, давайте сначала я расскажу, на каком уровне он открывается. На 34 уровне он открывается и... Сразу же его нужно прокачивать. Давайте, вот запомнили: 184 тысячи опыта у меня сейчас. Я буду собирать всех посетителей. Посмотрим, сколько у меня э, станет опыта. Ну, я думаю, немного, потому что. Ну, во-первых, продуктов не так много, и во-вторых, вчера мало посетителей приехало, и я их не всех обслужил. Вот, как вы видите, опыт летит, бонусы летят, деньги летят, и всякие стройматериалы тоже летят. Вот, брусчатки, кирпичи, блин, ну все, что вы захотите. Так, собрал, собрал, собрал я всех. Всех собрал, да, все пусто. 194 тысячи опыта. Было 184 тысячи опыта. Это означает, что я заработал за один заход. За один заход 10 тысяч опыта. Так что, э, если у вас открылся город на 34 уровне, сразу же его покупаем. Не стесняемся тратить денег. Покупаем и улучшаем. Сейчас я вам расскажу, как это нужно делать, потому что город ⁇ это жизнь, и это самый прибыльный такой участок, на котором можно заработать очень много опыта. Но если вы не будете делать продукты на ферме, то вы не сможете обслуживать посетителей, потому что они требуют очень много всяких таких вот продуктов которые нужно делать, постоянно нужно делать. Когда вы только открыли город, нужно прокачивать уровень репутации. Уровень репутации это вот такие вот красненькие сердечка, которые вот сверху, вот, вот они, вот сверху, возле опыта. У меня 20 уровень репутации, конечно, небольшой, потому что в свои Годы, ну, когда я был еще на таких 30-х, 40-х, 50-х уровнях, я городом практически не занимался, и это была моя очень большая ошибка, потому что нужно, нужно было, я тогда еще не разбирался практически ни в чем. Был как новичок, был как нуб, да, вы знаете, кто такой нуб, ну, я думаю, все знают. Эээ, ну, так вот не занимался, не занимался, потом, когда я увидел, что это профитно, что это прибыльно, что это приносит очень много опыта, я стал переходить побыстрее, конечно же, на новый уровень, я начал заниматься, начал прокачивать все здания, я вам сейчас покажу, как это сделать. Сначала нужно прокачивать станцию, станцию нужно прокачивать, это чтобы больше посетителей вам в город приезжало и чтобы вы смогли больше посетителей обслужить. Затем нужно обслуживать, точнее, улучшать ратушу. Ратуша – это то здание, там, где сколько умещается в вашем городе посетителей. Чем больше, тем лучше. Вот так могу сказать. Я улучшил до 36, ну, мне пока что более-менее достаточно. Может быть, потом еще лучше, но пока что нормально. Нормально. Ну и затем у вас с каждым уровнем будут открываться новые здания. Сначала будет идти Бакалея, дальше кинотеатр, закусочная, гостиница, с салон магазин подарков и пляжное кафе. Нужно сразу же улучшать, улучшать э, ячейки. Ячейки это место, сколько может поместиться посетителей в одном здании. Максимум это 6 мест. Вот, как вы видите, кинотеатр у меня весь забитый. Вот, 6 мест и 6 посетителей одновременно обслуживаются. И через 3 часа вы можете забрать одновременно 6 Наград. Также обязательно улучшать после, после места, когда вы улучшите, нужно улучшать опыт и репутацию. Если вы улучшаете опыт и репутацию, тогда у вас на, будут начисляться проценты. У вас тут обозначается, сколько у вас процентов всего э, сделано. Ну, прокачано. У меня, например, в кинотеатре 25% будут приносить больше э, опыта и репутации, и можно, конечно же, прокачивать э, Время и деньги, но я не советовал бы. Э, лучше всего прокачивать э, первым делом это опыт и репутацию. Вот как я сделал в гостинице, потому что гостиница это просто моя вот самое любимое здание. Вот обожаю просто его. Прокачал просто фуловую гостиницу, 20 уровень у меня уже. И 60% это максимально, что можно было прокачать. И сейчас я занимаюсь гостиницей, это прокачивать Время, потому что посетители на самом деле долго тут, здесь обслуживаются целых 8 часов. Это немного напрягает, но зато они будут давать очень много репутации и очень много опыта. Ну, смотря какой продукт вы, вы им отдадите. От, ну, короче, отдадите, да. И сейчас занимаюсь прокачивать эту короче время прокачиваю. у меня теперь уровень не позволяет потому что я улучшил все что можно было в этой гостинице и нужно перейти на 21 уровень чтобы улучшать дальше э -э что у нас Спа-салон тоже улучшаем ну короче сначала нужно улучшать опыт нет сначала ячейки сначала ячейки да а потом уже опыт и репутацию где брать где брать вот эти вот ведро смолы брусчатку и кирпичи они сами выпадают. Когда посетители обслужены полностью, они уже посетили, посетили да, два или три здания, э, то они будут вам давать какой-то предмет. Это бонус, подарок и там пилы, топоры. Ну, как повезет, то и выпадет. Вот так вот. Это просто чистый рандом. И они очень часто дают там всякие молотки, ведро, смол... и ручная дрель. Вот это все. Ну, чаще всего это ненужные топоры и пилы. Ну, может быть, кому-то и нужное, но мне не нужно. Мне бы лучше бы они давали побольше смолы или молотков. Так, я могу, в принципе, уже что-то здесь улучшить. Давайте я вот э, продемонстрирую это как нужно делать. Ну, давайте. А ну-ка, пляжное кафе, сколько у меня процентов? 20 Дрели нету. Окей, магазин подарков. Магазин подарков могу обслужить. Опыт и репутации. У меня 15%. И давайте же я улучшу. Или может быть спасалон лучше. А здесь 20%. Я даже не знаю. Вот здесь вопросик небольшой, конечно, но. Давайте мы сделаем так. Здесь 6, а здесь 14. Значит, я улучшаю спасалон. Все. Спасалон. Улучшен. И теперь у меня уже 25% бонуса идет. Дальше будет 30, 35, 40. Максимально это 60, как вы могли уже заметить. Это у меня в гостинице. Так что вот так вот, друзья, занимайтесь городом. Это очень профитно и очень прибыльно. В день можете вы заходить по 3 раза. Ну да, где-то так. В среднем 3 раза, может быть 2. Ну и за один заход можно как минимум по 5000 опыта зарабатывать. Это я просто уже на таком среднем, ну, как сказать, среднем, ну, более-менее нормальном уровне. У меня есть продукты, у меня есть много продуктов, у меня есть много посетителей, я могу их за раз уже обслужить, и они у меня за один заход, только за один заход дают по 10 тысяч опыта. Так что вот так вот, что я хотел еще сказать. Загружайте, да, опять же, еще раз повторюсь, все производства, потому что если не будет продуктов, соответственно, вы не сможете обслуживать посетителей города. Так что вот так вот я вот сейчас буду все свои продукты собирать, которые я наготовил. Тоже с продуктов летит опыт. Вот как вы могли заметить, вот сколько опыта летит. Собираю продукты различные, летит опыт. Амбар, конечно, загружается. Амбара у меня много. Так что все хорошо. И сейчас заново буду загружать всякими пирогами, тортами и прочей, короче, фигней, которая требуется в городе. Ну и, конечно же, для заказов. Если попадается, попадается событие на двойной опыт на грузовики, тогда вы его вообще игнорировать, его вообще нельзя, потому что... Видите заказ, вообще любой заказ. Если там двойной опыт, тогда просто берете и отправляете этот заказ. Неважно, что там, сколько там вот этих продуктов просто выполняете, потому что двойной опыт на машинке это очень хорошо. Так что вот такие вот дела. Я думаю, вы поняли, что нужно делать, потому что город это такое место, там, где очень много летит опыта. Так что вот так вот. Ставим лайки, поддерживаем меня. Подписываемся на мой канал. Всем спасибо за поддержку и всем пока.